Наконец-то нашел для вас более-менее нормальную пару для обзора. Это Adidas Zvigo Classic 2004 года. Эта пара, получается, уже второй раз переиздавалась. Первая пара кроссовок была выпущена в 1997 году и 2008 каким-то итальянцем. В профиле могу его показать. Так, давайте детально уже поговорим о этой модели. Эту модель мне было очень тяжело найти. Это, блин, реально крутая пара из самых моих любимых беговых таких тренировочных кроссовок. Таких громоздких, огромных, блин, крутых таких сникеров. Давайте ближе вам детально покажу, как они выглядят. Так, посмотрим. Реально крутая расцветка, мне было тяжело найти именно вот эту вот расцветку для вас, ребята, чтобы показать саму красоту. Вот так вот они более-менее крутого состояния. Мне было тяжело их найти. Конечно, есть тут косячки с клеем. В общем, круто, в основном. Итак, есть много вода вариаций в расцветах этих кроссовок. Тут у нас по технологиям. Тут у нас технология Deep Ren и Torsion. Такой пеноматериал, это у нас просто покрашено, что можно еще пробежаться. Тут в основном обычный синтетический материал, ничего такого крутого. Со временем, да, конечно, он страдает. Здесь мы видим, что есть такие трещинки. В общем, не важно, в основном они реально круто смотрятся. Выполнены трех цветов: белый, черный, такой серебряный. Вот вставки вот у нас мы видим. Рефлективные с обеих сторон. Сама толщина для какого периода эти кроссовки? Ну, это, знаете, лето такое не жаркое, осень, весна сухая. Так, сама, блин, крутая наклейка здесь вот с буквочками. Так, стелька. Сама стелька. Давайте я вытащу. Да, крутые кроссовки вообще, блин. Жалко, что не мой размер, они 46 размера. Так, стелька вот такая тонкая. Да, конечно, тут у нас волос. Дофига. Но ничего. Так, вот такая вот Adidas. 11,5. Размер американский. Вот, давайте сами стельку поближе посмотрим. Так, что можно сказать? Они, к сожалению, пришлось их, да, найти, но без коробки оригинальной. Тут мужик не мог ее нигде найти. Но ничего страшного. Но он сказал, что к этим кроссовкам прилагалась такая шнуровка, в смысле шнуровка для шеи, такой вот на ошейник, на шею, как называется, не знаю, вот такой бирочка еще осталась. Thank you.
Так, многие говорят, что кроссовки Adidas, когда слышат Звига, думают, все на... что эти кроссовки берут начало от дизайнера Раф Саймонс или Симонс Саймонс, неважно. Там в третьем поколении думают, что только то оригинал, а это что какое-то копия. Так что все эти люди очень заблуждаются, потому что они тупые, не знают историю кроссовок. Конечно, Звига Классик, есть много разных вариаций дизайнов, не только расцветок крутых кроссовок. Так, для вас пока я эту модель показываю вблизи, чтобы можно было красиво их посмотреть. Так, вот давайте покажу вам протектор. Ладно, всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, кому интересно продолжение моих обзоров. Всем пока. До свидания.